Более 6 миллионов рублей потеряла преподаватель вуза, надеясь уберечь себя от кредитов. В полиции женщина рассказала, в мессенджере с ней связался якобы представитель спецслужб и сообщил, что неизвестный пытается незаконно оформить на нее несколько займов. Чтобы предотвратить хищение средств, по словам звонивших, горожанка должна оформить зеркальные кредиты. При этом кураторы обязали ее не разглашать тайну оперативных действий, в которых она участвует, иначе незамедлительно последует уголовное преследование. В течение месяца киберпреступники держали свою жертву в плену обмана и убедили взять 6 кредитов на общую сумму более 5,5 миллионов рублей. Под влиянием аферистов потерпевшая обналичила все свои сбережения – 610 тысяч – и также перевела их на указанные злоумышленниками счета. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.